Всем доброе утро. Пятый день в Стамбуле. Сегодня большой праздник. И, между прочим, тоже много полицейских, которые будут охранять порядок. А где вход в нее будет открыт? Мечеть Султана Ахмед откроют только в 4 часа. Вы представляете, сколько здесь? Здесь и скорые, и полиция, и тьма народу. Я представляю, какое будет столпотворение здесь, чтобы зайти в эту мечеть. Попадем мы туда или нет, потому что в предыдущие все дни она вообще закрыта. Сегодня праздник, сегодня ее должны открыть. Заходим в стамбульское метро. Станция Йеникапе. Кино и немцы. Это только с нами может такое произойти. Зашли в метро, спустились на платформу, спрашиваем: таксим куда? Left, right? А нам говорят: здесь нет таксим. Мы поднимаемся. Нас работник метро не понимает. Выводит нас, а деньги-то уже уплочены. Но хорошо, нашелся добрый человек. Я ему жестами, карточкой объяснила, что мы заплатили, не туда прошли. И он нас пропустил. Вот станция метро. Смотрите, какие здесь станции метро. Красочный вагончик. Станция метро Таксим. Самое главное – не потеряться. Ой, смотрите, какая здесь мозаика интересная в переходе метро. Вышли из метро. Здесь вот такая площадь. На площади мечеть. Памятник какой-то. Ага.
старый трамвай. Ну и, конечно, обязательно сладости, они везде, на каждом шагу. И направляемся мы по проспекту Истекляль. Несмотря на то, что его называют проспектом, автомобильного движения здесь нет. Это пешеходная улица, по которой курсирует старинный трамвайчик. Вы его уже увидели. Истекляль славится своими зданиями в стиле барокко. Тоже вы все увидите. Там находится множество магазинов, сувенирных лавок, кофе, ресторанчиков, кафешек. Очень интересное место. Пройдемся по этому проспекту, посмотрим на здания красивые, на товары, которые продаются здесь, на этой улице. Многие магазины закрыты сегодня из-за праздника, но хоть что-то работает. Интересная архитектура. Мне кажется, все эти дома в первозданном виде, их никто не реконструирует, то есть как время на них влияет, так они, такие они и стоят. Ну, то, что сегодня праздничный день у мусульман, это один момент. Много, видимо, туристов, приезжих, потому что попадаются совершенно разные люди в разных каких-то даже национальных своих нарядах. Но на что мы заметили, здесь очень много мужчин. Здесь магазины даже, просто вот магазин, именно одежда для мужчин. Вот это здание необыкновенно красивое, какое-то такое необычное. Прям бросается в глаза, невозможно пройти, не обратить внимания. И проходишь в арку, попадаешь во внутренний дворик. Тут ресторанчики, и посмотрите, какая архитектура. Ну просто на одном дыхании вот это смотришь и восхищаешься. Такой европейский проспект. Конечно, интересно буквально все, хочется все посмотреть, но вот эта городская суета, ну очень много народу.
вот просто уже такое, знаете, вот мелькание перед глазами. Хочется какого-то уединения, честно говоря. А если две, мы можем две взять на... Надо перекусить. Зайдем. Нам принесли картошку, донер и айран. Еще одно интересное место. Зашли, прошли через ворота. И здесь перед нами вот такой, как бы тоже внутренний дворик, проход. Дальше мы зашли в торговый центр. Нагулялись, находились, будем возвращаться обратно. Заходим в метро. Тоже интересное оформление. Вот эти фотографии, это старые фотографии как раз с этого проспекта, по которому мы гуляли. Как раньше там было. Ходили трамваи. Вид из окна поезда метрополитена. Ну, это вот что-то это вот. На станции метро. Празднику, видимо, украсили. Далее на трамвае с пятой попытки мы сели в вагон. И на этом все. Всем пока. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, вам понравилось.